Зарядились эмоциями, пообщались и сменили обстановку. В Самарском дворце ветеранов устроили праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. В фойе ребят ждала дискотека с ростовыми куклами, а затем спектакль «Звездный мальчик» в исполнении кукольного театра «Светлячок». Это самодеятельный коллектив, который создали многодетные родители. Для многих детей это было впервые выйти в люди. Вот в предыдущем мероприятии было, там мама с папой сидели и плакали. Ребеночку 10-4 годика. Он впервые вышел, он радовался. Для него это было в новинку, общение. Совершенно другая аудитория, совершенно другие стены. Это очень важно. Сказка Оскара Уайльда «Звездный мальчик» – поучительная притча об очень красивом, но бессердечном мальчике, который из-за своей гордыни отказался от собственной матери. История о том, что истинная красота не во внешности, а в душевных качествах человека. Татьяна Авдеичева пришла на праздник с 13-летней дочкой Ариной. Говорит, девочка не пропускает ни одного события. Да, она очень любит посещать праздники, концерты, всегда с удовольствием слушает сказки. Тем более сегодня такая сказка нравоучительная, которая учит не только внешней красоте, а ценить красоту души именно. Замечательное здание, замечательная погода, замечательная атмосфера. Деток встретили очень с позитивом. Я думаю, что настроение у деток на спектакле тоже будет хорошее. За новогодние праздники представители Дворца ветеранов и Самарского общества инвалидов поздравили около 1000 детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшнем спектакле побывали около 50 ребят. В конце встречи их ждали подарки – игрушки, сладости и новогодние колпачки. Виктория Шаре, Григорий Плешаков. События.